Вывод. Без профессиональной помощи специалиста по проблемам ВДА, ВДА люди обречены жить на губительной системе разрушения себя и своей жизни. Почему ВДА низко себя ценят и плохо к себе относятся? Вопрос. Каким образом ребенок, растущий в системе алкоголизма, насилия и разрушения, вырастет с чувством самоуважения и чувством собственного достоинства? Ответ. Никаким. Например, в детстве Уля не видела поддержку и заботу родителей о своих чувствах, желаниях и потребностях. Папа пел, мама вечно жила в депрессиях. Сегодня Уля много работает, не чувствует усталость, голод и даже то, что она хочет сходить в туалет. Now the jingle hop